Краснодар. Апрель месяц. 2014 год. Кубок России. Самсон 37. Я Александр Тимошенко. Портал Ислаб. И... Антонина Лазукова. Ну, что могу рассказать о себе, что родилась в Калининграде, закончила школу с золотой медалью, поступила в университет, собственно, сейчас являюсь студенткой Калининградского государственного технического университета на специальности пищевой биотехнолог. Всю жизнь занималась спортом, перепробовала разные виды, академическая гребля, легкая атлетика, ну вот, жизнь привела меня все-таки в бодибилдинг, чему я очень рада. Здесь я добилась наибольших успехов. Считаю этот выбор самым правильным для себя. Я думаю, этот спорт больше мне подходит. Больше всего. Вот у тебя прозвучало, пришла в бодибилдинг. Можешь коротко рассказать, каким образом ты пришла? Ну, это получилось как бы случайно. Пришла просто в спортивный зал, там меня увидел один из тренеров и просто предложил выступить на внутренних соревнованиях. Ну, я решила попробовать, почему нет. Потом меня заметила моя настоящая тренер Екатерина Белякова. Ну, и вот до сих пор идем с ней по... Рука об руку это называется. Руку, да. И сколько времени, прошло с того момента, как вы идете рука об руку? Год. Всего год, да. Ну вот уже благодаря ей я выиграла чемпионат России. Благодаря ей она выиграла чемпионат России. А дальше после чемпионата России что? Ну вот еще планирую на Европу съездить. Ну вот победа на чемпионате России дала дополнительную мотивацию, подбодрила очень. И рассчитываю теперь на успешное выступление на чемпионате Европы. А ты в курсе, что на чемпионате Европы мы у тебя будем заявлять две категории? Теперь в курсе. Теперь уже целая секунда она в курсе. Тонечка, большое тебе спасибо за успешное выступление, за то, что ты есть, и за то, что мы можем с тобой вместе работать. Пожелай нам всего хорошего, ты тоже. Всего вам хорошего. Удачи и успехов. Тебе тоже успехов и удачи.